хотел, кстати, лобби закрыл там, да, Никодос находит минус по девайсу, Никодос забирает еще ЛНД. Последний Плопски должен погибать. Будет шить. Ага. Нормально, Зифон там забегал уже. Так, ну диффузить-то нужно. Плопски выйдет, сейчас еще убьет. Как это было жестко, если бы он убил диффузера, потом еще развернулся. Это был бы какой-то абсолютно легендарный раунд. Вообще. Это был бы раунд, в котором надо было просто сразу граффити, во-первых, для Плопски. И назвать эту карту не Ancient, не The Ancient, а The Плопски. Просто сразу же надо было переименовать, понимаешь, как улицу. Де той Плопски ходить. Но вообще попытка неплохая. Ты смотри, убивает диффузера, да, разворачивается, да. А там из узкого пространства на него два ствола. Да, выходит. Да. И он спреет, да, да. Там реально жесткий тонкий момент. Там реально тонкий момент. Тут супер лаки и анлаки могло бы быть тоже.